сорт острого перца Антилаис 14.5. Это африканский вариант карибского кабанера Антилаис. Довольно высокоурожайный сорт. Смотрите, сколько на нем плодов. Очень много. Острота этого перца от 300 до 500 тысяч единиц по шкале Сковеля. Это очень острый. Почти полмиллиона сковелей. И очень ароматный. Высота такого кустика может достигать от 70 до 90 сантиметров. Если вы будете выращивать у себя на подоконнике, он будет, не будет превышать выше, чем 40 сантиметров. Сейчас на улице очень сильный ветер. Может быть, будет плохо слышно, но очень интересный и очень вкусный перец. Какой вот, сейчас я вам покажу. Очень высокоурожайный. Очень большое количество таких перчиков может завязаться на одном кусту. Смотрите, какая красота. Высевать его надо будет на рассаду где-то с 15 по 25 февраля. Этот сорт неприхотлив. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя дома на подоконнике. Горшочек нужен будет для такого растения где-то в пределах до 8 литров. Очень острый сорт. Полмиллиона. С ним получается очень хорошие соусы. Вкус у этого сорта пряно-цитрусовый. Очень приятный на вкус. Смотрите, какой красавец. Форма перца вытянутая. Такая вот морщинистая. Очень большое количество завязей. Очень высокоурожайный. На улице страшный ветер. Приходится как-то умудряться, чтобы было слышно. Вот такие вот перчики. Видите? Завязывается. И тут поназавязывался. Как бы это уже не нужно. Все. Конец сентября. Все это надо будет удалять. Так что выращивайте у себя такой. И больших вам урожая. Всем пока.